Сибирский ирис Хауа деишес – нежная многолетняя культура для холодных регионов с неблагоприятными условиями произрастания. Среднерослое растение цветет в суглинистой почве на открытом солнечном или слегка затененном участке. Представляет собой травянистый куст высотой 70 см с линейными листьями и сине-фиолетовыми бутонами с гофрированными лепестками. На одном стебле может вырасти от 1 до 3 цветков, иногда больше. Сорт морозоустойчив и не особо привередлив в уходе. Растение станет идеальным решением для украшения садовых цветников. Его также можно использовать для среза в подарочный букет или для высадки в миксбордере. Ирис сибирский Хау одейшес – это травянистый высотой 70-80 см, диаметром 50 см. Цветет растение в месяц июнь-июль. Окраска цветка сине-фиолетовая. Лист растения по форме линейный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.